еще думаю, что это как вроде капуста. Я варил капусту эту цветную, ну просто купил, и она лежала, в холодильник положил. Вчера прихожу, она же. Когда у тебя перепускной клапан сработал, да? Значит, ребята, как правило, обвиняют те, которые этим занимаются. Для того, чтобы отвести себе подозрения. Не обязательно, а как может, как может быть? Ну, если я сижу, и неприятный запах. У нас 4 машины, я говорю, ребята, ну вчера же, сука, имейте совесть. И снял, и свалил. Короче, капусту вчера варил, и такой я сижу, и тоже слышу запах. Запах похожий на ту, который шел от капусты, когда я варил цветную. Просто чтобы она не пропала, почистился, я сварил. Я ее поставил в холодильник и приеду, буду готов. Что еще Ромка говорит, а запах как дома. Что намекал, чтобы ты поделился? Не, ну он говорил, что будем готовить вместе с кого-нибудь. А ты? Сказал нет.